Чуваки, все, видосов больше не будет, никогда. Потому что я понял то, что тупо просижу за компьютером, это не то уже. На ютубе я никогда не заработаю, потому что... Ну, что толку, даже если я наберу 1000 подписчиков и 4 часа просмотров, это не исправит ситуацию. Сказать, что конкретно случилось, я не знаю. Хочу похер, что уже греха доить? Сколько я работ посменял? Всё. Алтайский бройлер. Из-за хлорки. На самом деле из-за того, что там стягивать полы надо было, я уволился. В Квите. Уволился из-за того, что... Я не помню из-за чего, на самом деле. Как бы, ну... Поначалу из-за того, что... Типа... Мешки там таскать, но... Не знаю. Не знаю, зачем я это сделал, идиот. Потом... Спичечная фабрика тоже нахера там работал. Сначала думал, там у нас просто одна сушилка сломалась, поэтому все расформировались по-другому. Я такой, понравилось мне на пиле это работать, там машина была, отпиливала шпон. Я был по сути сушильщиком фанеры и шпона, но в итоге чё, Я сказал, как сказал сейчас, сушильная машина, она сломалась, поэтому пришлось потихоньку работать на другой работе. Ну, то есть на другой должности, там надо было также с фанеру шпон стаскивать. И я не помню, там примерно как было, но на ней мне больше нравилось, чем просто понимать шпон или закидывать шпон. Там надо куда-то это, я уже забыл эти все схемы, уже давно это было. Поза-поза, прошлой зимой, наверное, я не вспомню. У меня, конечно, в трудовой это написано, но мне как-то уже впадло что-либо сейчас сделать. Сейчас этот видос записываю, все. Депрессия на всю оставшуюся жизнь. Это не точно. Ай, что дальше-то? Натурфрукт, кажется. Я уже не помню, чуваки. Вот на НПС вроде как, ну, национальная почтовая служба, вроде на ней как-то, ну, более-менее, не знаю, я закрываю микрофон, не закрываю. Так вот, на ней более-менее там, да, что-то шло, не шло. Там письма. Давайте поэтому... Под Вагису смотрел, составлял маршрут. Это копейки, кого это вообще подработка, по сути. Но тут, по крайней мере, там, по крайней мере, стабильно платили, в отличие от сибирских сетей. Это расклеивать эти объявления. Но Вагис я как раз-таки открыл только на НПС. На телефоне. То есть, если бы у меня был НПС, я бы... Ой, если бы у меня Вагис был на сибирских сетях, тогда был бы более-менее. Там еще плюс что надо было делать-то? Там надо было расклеивать объявление. Объявление. Ну да, по сути это объявление были листовки. Вот, нет, не лист. Ну да. Вставлять в эти. Ну, короче, вы знаете вот эти вот интернет. Извиняюсь, я не хотел. Просто уже на все насрать. Во всех смыслах. Вы же знаете вот эти вот по интернет там по. Это... Интернет там за что-то за 500 рублей, что-то там, плюс месяц бесплатного общения, там что-то типа того, вот знаете, вот, пихают вам в этот почтовый ящик или в дверь, кто в квартире живет. Вот, в основном, да, это в квартирах в основном, я не знаю, в жилых этих районах, как, в частных секторах, я сомневаюсь, что такое может быть. Так вот, мне надо было, я уже, чуваки, не знаю, когда это было, насрать. Я тогда заморачивался, как брал цифровик и фоткал. Сибирские сети, это вообще говно. 800 рублей заплатили, я такой,
Что дальше-то? Я не помню, чуваки, вот не помню. А, натурфрукт. Натурфрукт, по-моему, где-то там. Летом где-то, да. В воскресенье работал. Не, чуваки, если работать надо, значит надо, но... Там, да чё, натурфрукт, это получается, когда я жил на Мухачёва. Это... Надо было просто через мост проехать и всё. Еще раз извиняюсь, чуваки, мне просто... Ладно. Не обращайте внимания, короче, я извиняться не буду, вы не обращайте внимания. Вот. Что получается? Так. Ну-ка, убрал свою улыбку, сука. Сейчас вообще не до улыбки. Сейчас вообще грех улыбаться даже, смеяться как-то даже. Даже грех этот видос выкладывать. Я же не должен был вообще работу свою выкладывать. Ну и насрать. Мне уже на все насрать. Пускай родители хоть навсегда мне лишат интернета, мне уже, чуваки, вообще насрать навсегда. Может быть, возможно, я эти вот видосы мои последние будут. Может, все-таки как-то, пока никого не будет, может, я буду видосы записывать. Что, какое сегодня число? 26-е, вот. 2 дня, по сути, чуваки. Февраль. Это же самый короткий месяц. Так что наслаждайтесь хотя бы этим видосом. Я сомневаюсь, что я захочу компьютер включать. Я еле-еле себя пересилил записывать этот видос. Так вот, натурфрукт. Там поначалу было наклейки клеить. Ну, в принципе, да. Я потом наклейки эти клеил. Там потом еще чё? А чё ещё-то? Чё ещё-то? Чё ещё-то? Чё ещё-то? Наклейки. Ой, то грузить, это грузить. Ой, насрать. Короче, натурфрукт это было легко, но... Под конец такой... Короче, я ни на одной работе ни хера не смогу усидеться. Мне единственное, что только годится, это только вот в помойках рыться. Вот это действительно вот самое такое прагматичное. Ну, я по специальности это лесник, мать говорит. Я тебя не для того рожала, чтобы ты просто тупо штаны просиживал. Ай. Батя меня будет ненавидеть. Меня все не будут ненавидеть за то, что я... Ой, я до основной сути-то не дошел, просто я вам перечисляю, типа, через что я проходил, через какие работы. Сейчас следующая работа вообще непонятно, что у меня выпадет. Может, я вообще... Реально. Что сейчас я сказал, то и будет. После натурфрукта, меленка, нет. И да. Не помню. Я ж после натурфрукта тоже куда-то устраиваться. Ой, чуваки, чё я не помню-то? Допустим, меленка. Да, допустим, меленка. Я просто тупо просиживал часы, иногда бате помогал там перевозить. Но это-то ему только помогает ускориться-то. И то, наверное, на 15 минут, наверное, только это быстрее получается. Не в 2 раза, не в 3. То есть что, приехали и все. Вот. Я вам потом, может быть... Ой, чуваки, я, короче, читать комментарии не буду. Вот. Я же сейчас вот выложу видос, и мне насрать, что будет вообще. Вот просто плевать. Я просто так для общей информации вам этот видос скидываю. Комментарии мне ни в коем случае не пишите, я на них отвечать не буду. Потому что мне уже пофиг. Хотя нет, на самом деле, хотите, не пишите, мне пофиг, я все равно их не буду читать. Мне уже как-то по барабану на все. Я уже понял, что я не достоин никакой жизни. Я не достоин этого тела, я не достоин ничего, короче, не достоин. Так вот, до работы-то какая? Меленка, пофиг, короче. Там надо было мне экзамен пройти. Я не помню, может быть, я был еще где-то. Я уже забыл, чуваки, если честно. У меня в трудовой книжке написано только Алтайский бройлер. Спичечная фабрика. И вот сейчас это я вам буду рассказывать. Параллельно завод. Что получается? Меленка. Мне надо было там лепить пельмени. Нам палец наматывать. И все. А у меня-то, я-то правша, по сути, а там, если я правша, то я правой рукой наматываю на левый палец. Там указатель, а у меня как раз-таки на левом пальце, левый палец у меня был сломан. Да.
Был. Почему был? Он до сих пор у меня сломан, его зашили и все. На средний палец, думаю, наматываю. На средний палец вообще херня. И поначалу что? Поначалу я вообще без перчаток это наматывал. Вот если бы мне с самого начала с перчатками я это фигачил, тогда было бы вообще зашибись. Скорее всего. А так мне что, сколько мне дали-то? Вообще поначалу мне неделю дали. Потом еще дополнительно 2 дня. И в итоге там надо было за 3 минуты 80 пельменей. Ну или как минимум хотя бы 78. Я не знаю точно, 79 там. А мне максимум, вот без перчаток, у меня максимум было 44, по-моему, я уже забыл. А без перчаток, да. А с перчатками 34. То есть, да. И в итоге, все. И льнозавод. Оставшийся вот недавно вот работа. Там вообще кабзда. Подача, думаю, нормально. Сколько я там отработал? Даже не помню. Все было смешано с больничными, так что конкретное число я уже затрудняюсь сказать. От балды скажу. Стоп, а это еще работал же, нет? Нет. Короче, от балды скажу неделю. Я там отработал на этом льном заводе. Херня-то в чем? Херня-то в том, что там пыль. До хера пыли. Казалось бы, нахера туда полез? Ну, блин. Надо было деньги заработать. Причем не херовенькие деньги я заработал. Не скажу сколько. Нормально. Вот про деньги я точно вам говорить не буду. Вот. Вахрен, что там, кого там, куда там, зачем там и почему, не скажу. Поначалу вообще хотел на брикеты, но хрен его знает, в итоге повздорил со всеми и, ну не то, что повздорил, мягко сказано, не то, что мягко сказано, преувеличено, вот. Ну, чуки, так себя ущербным чувствую, вообще даже... Если я наткнусь на этот видос, я его удалю. Потом как-нибудь. До него мне еще ой как. Вообще, что я говорю? Чё? Я же не буду больше ни видосы, ни смотреть, ни записывать, ничего. Я вообще жить не хочу. Но самоубийство не выход. Так что, чуваки, вот кто это делает, осуждаю все самоубийства. Это не выход. Вообще ни разу. Лучше дождаться 100 лет, и там она придет сама. А выпиливаться там под... Короче, я не буду говорить, какие варианты, просто ничего не надо делать. Это... Сами знаете. Льнозавод. Льнозавод. Поначалу я хотел на брикеты, но там сказал, надо тебя обучать, то-то. Пока что на... Чистильщик машин какой-то. Прям ассоциируется сразу у меня с алтайским бройлером. Там прям машинист моечных машин, а тут чистильщик. Какой-то херни. Костра. Как правильно? Волокна какие-то там с опилками смешанные. Как вам еще по-другому-то? Ну, льнозавод, вы понимаете, льнозавод. Рукав там по-другому как-то там. Рукава пожарные делают. Что-то еще какую-то хуму. Материться даже как-то впадло. Чё еще? Чё еще? 3 дня как-то просто так отхерачил. Сказал, плохо себя чувствую. Натрындел. Натрындел на самом деле. На больничный ушел. У меня башка, правда, чуть-чуть кружилась. Как чуть-чуть? И все. На больничный ушел, там потом это такой, знаете что, давайте, или нет. Я-то не хотел работать. Это не хотел работать. Потому что, чуваки, камон, пылью дышать, это такой себе. Ладно, кнопочки нажимать там, еще ладно. Но все это из-за этого, это пылью дышать, это бред. В бункер заходить, откуда эти...
откуда эта кастрата и шла. Там барабан крутится, в него заходит. Какая-то тоже эти вся костра, не костра, что застряли, что не застряли. Это пипец как сложно. Все, потом такой, когда... Блин, чуваки, ну это ж просто, жопа. Зашел к начальнику такой, знаете что, давайте как-нибудь другое. Может быть, брикеты там откроются. Он говорит, пока брикетов нет, давай, не знаю, тебя куда-нибудь на... Короче, куда я там пошел-то? Тоже костру надо было подкидывать там, чтобы ее прессовали. И все. Но это было еще хуже, чем то, что до этого. Я такой, блин, я же задолбаюсь. Я такой, ну давай тогда на эту, блин, полегче там тебе будет. То же самое, что и было, только выше. То есть я должен был какой-то, не знаю, это кочерга, не кочерга, какой-то штанга. Я, короче, не знаю, как эта херня называется. Спица там, короче, какая-то штука, которая, в принципе, напоминает кочергу. Но это не оно. Там она... Надо было... Вот самую длинную мне дали, вот это хорошо, потому что я одну прое... Короче, она попала в этот... Я не знаю, как правильно-то. Там какая-то штука, которая вот так вот... Жик-жик-жик делает. И там костру надо тоже сделать так, чтобы она вниз ушла. Там труба выдувает, машина прогоняет это, и все. И там надо, и чтобы не застревало ничего, и все. Один раз застрянет, придется спускаться вниз, говорит там, это воздух отключайте, машину останавливайте, там все такое. Или я уже забыл на самом деле, я уже не заморачивался насчет этого, такой, бляха, это так сложно. Ну то есть не то, что я насчет этого заморачиваюсь, я не заморачиваюсь, что это так сложно. Сложно это когда ничего не делаешь на самом деле. У меня душа. Везде какая-то своя сложность, но... Да. Так вот. Я-то до этого до 4 работал, вот что самое главное. До 4. Или 3. До 5, на самом деле. С 8 до 5, да? С 8 до 5. Я же стажировался. С 8 до 5, да, в натуре. С 8 до 5, да. Там было написано с 8 до 5, но потом... Потом... Подождите-ка. А мне же говорили, что ну будешь так работать, тебе все равно будет температура подниматься, и чё. А мне потом сказали, давайте до чё я делаю, не знаю. До 12 отработаю. Чё я сказал, 12 часов отработаю. Мне этот сказал мастер. Там есть начальник, который, в принципе, за всё должен отвечать. А тут мастер, который, в принципе, ну, выше меня. Мне каждый, кто там находится, выше меня по должности. Потому что я вообще просто... Я просто никто. Просто там никто. Так себе под этого и все. Так вот, там надо было... Он сказал, ну, ты близко живешь. Я же вот здесь же живу. Ну, ты недалеко же живешь. Так что это как бы... Пойдешь вместе со всеми до 8 часов. И ладно, похер. Убрался бы я насрать вообще. Но я не знаю. Что-то мне там не понравилось. И тут что вы думали? Я опять на больничный ушел. Пришел после 8. Там-то, смотрите, если бы я до 5 работал, как обычно, я бы ушел без 20. Что? В 16:20. Так. А тут до 8 часов. Тут 8, значит 8 и... Дуй. Извиняюсь, опять-таки, черти насрать. 8 часов и вали. Ну и чё, пошёл. Чё бы думали? Пришёл домой. Я такой, блин, чё-то вообще капец как. Мне и до этого шатало, то есть я приходил и... Я на ногах целый день стоял. Как бы... Я не знаю, где там можно было сидеть, но стул-то был нужен, чтобы там под это... А потом, когда другой пацан под это, он на этот стул вообще не залазил, он как-то стоял на этом... Я когда хотел туда встать, это погнулась херня и... Так вот, пришел домой. И 38...
Это 38 была у меня температура. Я такой. А потом было легче, понимаете? На больничный ушел, а мне потом не стало легче. Лекарство попил и уволился. Даже продолжать не стал. Больничный отлежал и не получил. Ладно. И сейчас что? Дворник. Казалось бы, самая такая унизительная работа, но мне там было легко, я все проел. Я все проел, понимаете? Все. Конкретно все. Там же график вообще шикарный. Неделю через неделю я все просрал. Я понимаю это все. Я понимаю. Неделю через неделю. Но, понимаете, прикол-то в чем мне? И ладно, если бы я жил с родителями, где родители сейчас живут. Было бы вообще замечательно. То есть встал где-то часов в 6. Хотя и так в 6 вставать надо было бы. Сука. То есть там надо быть раньше, чем магазин открывается. Магазин открывается в 8. То есть мне до 8 надо успеть все это отмести. Было. Было, потому что я не хочу туда возвращаться, только за деньгами и все. Если я, конечно, получу. Я должен был неделю отработать, сейчас пятница. А по выходным, как говорят, вообще, ты в 11 мог бы свалить конкретно. А это двух... Да, вот с 8 до 2. И чё? Бляха. Твою мать. Я только сейчас заметил то, что у меня кровь. Ладно, это мелочь. Это мелочь. То ли искусал, я уже не помню. Вот искусал, да. Я нервный. Поэтому. Если вам что-то не нравится, отписывайтесь. Там. Ставьте дизлайки, комментите. Ты такой придурок, там матами как-то кройте меня, мне насрать. Но я... У меня уже сил нету, даже... Вот. Видите? Вы увидели. Компьютер был выключен. Я... Не то, что мне совесть не позволяет. Я настолько депрессую, что вот еле-еле это видео сейчас записываю. Так вот, дворник. До 2 часов я мог бы там просидеть. Но нет, нет, спасибо, мне не надо этого. Такой лошар, такой просто придурок. Хотя, с другой стороны, не знаю. Ну, блин, мне холодно. Как бы, ну, холодно. Ну, иди загрейся. Ну, просто... Короче, какая разница? Я не буду оправдываться. Не оправдываться. Просто я лошара. Сейчас бы эту неделю отработал бы, и неделю бы спокойно бы отдыхал, спокойно, со спокойной душой, со спокойной совестью. Но нет, мне это не нравится. Вообще, насрачоки. Закрывайся ты.